искали Леон на сцене Париж. Его глаза в лицо миллионом смотрели с афиш. Над его куклами остротами надрывали животы макабрами все актрисы, модели, гордое кубласье. Он собаку съел на том, как выгодно сюда подать. Успех у женщин умел, такой, что дымил из кровати, сам он горел, сжигая слизи, струны и носки, пламя подливая спирт, подсыпая порошки под глазами мешки, на букву пухие морщины. Усталый пожилой мужчина сидит за столиком в углу, грохочет фрейндхаус, введенный с хаосом, в седой голове без пауз. На танцполе дергаются молодые тела, он коньяк допив, поднимается из-за стола. И летом не идет, он так и лазеры из тропы, трубы скрипи, кипасом дышит сопли. Смотри вокруг вы, я испугался, не слышно криков толпы. Я не идем, старый, пьяный, похотливый, увы. Он когда-то плясал, как вечно юный древнегреческий бог. Теперь он выглядит так, будто вселилась нечисть его. Все своей разношерстной гурьбой, черти, вампиры, бурдалаки, все под кожей, как под крышей одной. И вот внезапно наш главный герой прямо в центре танцпола падает, потеряв на целом контроль. В ушах вместо уха не бочка прибой, перед глазами синий бар, бескрайний платье морской. Кажется ему, что не питон, а песок под спиной. Сам он будто бы отлег молоток. Только что сдала на диплом резанс. Вся грядущая жизнь сплошной огромный шанс. Ее черт изящий, несомненно, не сыскать сейчас. Даже в музее капелляном Бэк сам Прованс. Впереди тысячи возможных удивительных путей, восхитительных людей, умопомрачительных затей, головокрушительных идей. Но никто из нас не в курсе, сколько ему выделенных дней. Мгление, гонки, смех, кто-то роняет тлеющий пепел на тонких днях. Ее пальто испорчено, она не замечает этого момента. Сосос целует со своим бойфрендом, висящей лентой. Пасует под колеса шоссе, по радио ремикс на Шамс-Элисе. Пробу ворочается Джо Дассен, за рулем ее недрезвый кузен. Серия резких маневров, он покрутит свой Ситроэн. Фейс-контроль, дресс-код, гардероб, алкоголь, танцы, пот, яркий слог. И вдруг тишина, не стук, чей-то крик, пусть люди вокруг, на полу старик. Прямо рядом с ней, да уж, люди же скач. Забей, ты знаешь, что тело сгорает, ты же будешь врач. Окей, без проблем, она склоняется над ним, он пахнет, чё знает чем. Она свежим призом морским, искусственное дыхание. Ей становится плохо, она теряет сознание, не может сделать неплохо. Она открывает глаза и поднимается с пола. Уверен в себе, хорош собой и не мова. Привезла пациента, пожилую женщину с инсультом на грани смерти. Впалые щеки, все кости видны под кожей бледной. 21 полный код под документом. Реанимация, трубки, ритмичный шум работающих аппаратов. Сати Марин лежит в коме, не слышно телевизора из-за стекла палаты. Там дает интервью знаменитый стендап-комик. Откройте же правду народу, ну право жаль. Как вам удается ваши-то годы выглядеть моложаво так? Нет, не смейтесь, ваши зрители волнуют всерьез и заботят до слез ответ на этот курьезный вопрос. Аплодисменты иностранному гостю Валера Анатольевичу Пелкарас. Удивительный пришелец из